Важная платформа для развития мировой торговли и продвижения инноваций. Так о международном импортном экспо в Шанхае отозвался представитель немецкого автоконцерна Daimler. В прошлые годы на выставках мы фокусировались, собственно, на ввозе продукции в Китай. Но сейчас наша задача шире. Мы ищем новых партнеров, ориентируемся на будущее развитие, будущие продукты, будущие идеи. Для нас, как для компании, которая производит грузовики уже 130 лет, очень важно обмениваться идеями с автопроизводителями, которые долго работают на этом рынке.